Эвакуаторы, служба ДПС, остановка. Но вместо стресса и штрафов поздравления и цветы. Каждый год женщин на авто так поздравляют с наступающим 8 марта. Сами прекрасно знаете, что когда останавливает сотрудник госавтоинспекции, все напряжены, но тут настает этот самый прекрасный момент, когда вместо того, чтобы водителю выписать, да, штраф или, ну, наказать водителя как-то административно, водителю вручаются цветы, конечно же, он счастлив, тем более это преддверие праздника. Стоим на эвакуаторах, чтобы выглядело все серьезно, чтобы испугались сперва, а потом мы их поздравили. Очень приятно в такой день получить маленькие подарочки. Почаще бы останавливали по таким приятным поводам. Спасибо. Вообще часто останавливают? А нет, я хорошо езжу. Всего в планах у специальной праздничной группы поздравить 5 десятков женщин. Внимание не только автоледи, но и для тех, кто предпочитает общественный транспорт. Акцию совместно устроили сотрудники ГАИ и служба «Автоспас регион 22». Женщинам вручили не только цветы, но и памятку идеального водителя, а еще одарили приятными пожеланиями на год вперед. Дарья Демилер, Алексей Фризин. День с толком.